Всем привет! Сегодня четвертый этап бомбических приключений Додека. И мы будем выбивать максимум при помощи бабах мин, которые взрываются и забирают с собой всех рыбок и все прочее. И если по ним попасть, бомбочки. На этом уровне нужно быть очень внимательным, потому что рыбки движутся, и если вы по ним попадете, вы как бы собьете себе взрыв. И не попадете по мине. Тут нужно быть максимально внимательным, потому что рыбки разбегаются, и нужно сделать так, чтобы взрыв пришелся, когда они находятся максимально близко друг к другу. И не забыть выбрать квадратную бомбочку, конечно. Я перезаписываю этот ролик 128 раз, потому что я все время забываю сменить мину на красненькую. Итак, давайте. Оп! Смотрите, как получилось. Итак, у нас осталась одна зелененькая, которая бьет маленьким крестиком, и две квадратные. Что мы делаем? Нам нужно попасть зелененькой в эту мину. А теперь с помощью квадратных попадая по центру и взрывая бомбу в центре, мы собираем рыбок в этом квадрате. Все, все рыбки выбиты. 56 очков. В прошлый раз мне сказали, что можно было и лучше. Кто-то особо умный выбил на предыдущем этапе. Не 40, как я, а 42. Ну, молодец, он большой. Можно воспользоваться его способом. Можно делать, как вам удобно, и не париться. Потому что за превышение необходимого количества очков вам навряд ли что-то дадут. Вот, нам нужно набить 50, у нас 56, все отлично. На прошлом нужно было 36, у нас было 40. В общем, дерзайте, будьте внимательны. Увидимся в следующий раз.